Друзья мои, всем огромный привет! Меня зовут Оля и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас с вами будет тематическое видео. Я расскажу вам о вещах, которые пополнили мой летний гардероб в этом сезоне. Некоторые вещи вы, конечно же, уже видели, если подписаны на мой канал. Какие-то вещи появились прям буквально вчера, практически перед съемкой этого видео. Также сейчас идут распродажи и в онлайн-магазинах, и в стационарных магазинах. Я вам расскажу, на что я бы обратила внимание на этих распродажах, чтобы я посмотрела, купила, чем бы я пополнила гардероб. В общем, если вам это интересно и полезно, то оставайтесь со мной и поехали! Начну я, пожалуй, вот с этого чудесного жакета, который я буквально недавно приобрела. Это Зарина. У меня в гардеробе всего один пиджак, черный. Я его купила в прошлом году, тоже очень долго выбирала, смотрела. Но он такой, знаете, межсезонный. То есть летом в нем достаточно жарко, только если вот очень прохладное лето. И мне хотелось какой-то легкий летний жакет, светлый. Я думала, что он будет серый или прям вот белый. Но вот этот цвет такой серо-бежевый привлек мое внимание. Очень хорошо на меня сел этот жакет. Эта ткань называется, по-моему, Tencel. Я, честно говоря, не гуглила, что там за состав, но мне очень нравится на ощупь. Он, может быть, мнется чуть больше, чем хотелось бы, но, в принципе, меня это особо не смущает. Я его выгуливала всего один раз, надевала под джинсы. Смотрится просто замечательно. А вообще, я его покупала в комплекте с вот этой чудесной атласной юбкой, которая, как видите, по цвету очень хорошо сочетается. Я думала, что у меня будет этот комплект на выход куда-то, то есть такой праздничный наряд. У меня их не так много в гардеробе. Не так часто я выхожу на красные ковровые дорожки. Вообще не выхожу. Ну, это для театра, может быть, куда-то в гости. Сюда нужен топ, который у меня есть, может быть, даже черного цвета, есть светлый, под босоножечки, смотрится очень женственно и симпатично. Но буквально недавно вот эту юбку я выгуливала с черной хлопковой футболкой, такой оверсайз, у меня есть рилс на этот счет, можете посмотреть, и смотрится тоже просто великолепно. Вообще, это абсолютно базовые вещи. Если вы их увидите на распродаже, то обратите внимание, потому что достаточно редко базовые вещи включаются в распродажу, но вдруг где-то онлайн, может быть, вы увидите, что атласные юбки как-то вот со скидкой продают, либо жакеты летние, почему бы и нет. Вот, обратите внимание, это, конечно, вещи на все времена. Я ими очень довольна. И сразу же, не уходя далеко от атласной юбки, я вам покажу мою новинку. Да, я купила еще такую же черную. Честно говоря, когда я выбирала между цветами, думаю, может быть, все-таки черную изначально купить. Вот, и она вроде такая очень базовая. Базово-базовая. Базовой не бывает, как говорится. Но я думаю, лето, куплю лучше светлую, не знаю, нужна ли мне черная. У меня есть черные брюки, черные шорты, зачем мне еще одна атласная юбка? Но буквально вчера я надела вот эту и поняла, что да, нужна еще и черная. Вообще продавались бы они вот так вот, знаете, комплектом, как, знаете, продается белье, черное, белое, там, в комплектике. Вот, мне кажется, эти юбки тоже нужно продавать, белую и черную сразу вместе, потому что, ну, это тот низ, который подойдет практически к любому верху и круглогодично, да. Можно и осенью носить с теплыми пиджаками, какими-то теплыми пальто, и зимой надеть, может быть, под какую-то длинную шубу куда-то на выход. Верх любой, от легких топов, заканчивая свитерами, кардиганами и так далее. Да, я наконец нашла те юбки, которые мне понравились, которые хорошо подходят мне по длине, хорошо сидят в бедрах, не топорщатся, потому что для этого я очень много мерила на ВБ, вообще мне не подошли.
Вот. Нужно искать, конечно, свое лекало, и плюс они достаточно плотные, хорошо сшиты, нигде ничего не торчит. В общем, и замочек тоже плотный, не расходится. Короче говоря, обратите внимание в Зарине на вот эти юбки. Дальше, то, что я вам уже показывала, но если вы впервые на моем канале, то вы не видели еще вот этот классный костюм, который я уже свозила в поездку с собой. Это топ и юбка. Я люблю покупать костюмы. Это всегда удачное вложение, потому что и верх, и низ можно сочетать с другими предметами одежды гардероба. Но конкретно в этом случае верх, я не знаю, с чем бы я еще сочетала, может быть, с джинсами голубыми, но я ношу его только в комплекте с юбкой, а вот юбку можно, да, с другими какими-то топами, белый, черный, что-то такое сочетать. Она очень классная, очень легкий костюм, особенно для отпуска в жарких странах, идеально просто вот он подошел. Сейчас у нас тепло, не могу пожаловаться на погоду в этом году, но вот для этого костюма прохладновато. Жду более теплых денечков, чтобы и здесь его выгуливать. Отличный костюм. Вообще в Зарине и в Селла достаточно часто появляются очень симпатичные костюмчики летние, актуальных расцветок, таких вот принтов очень приятных, цветочных. Вообще цветочные принты – это то, что тоже очень популярно в этом сезоне. А здесь он такой вроде бы и яркий, но в то же время смотрится очень для меня так гармонично, неброско, вот честно. Дальше. Дальше платье. Я его приобрела практически перед отпуском. У меня очень мало платьев в гардеробе, хотя я стремлюсь к такому женственному гардеробу и стараюсь чаще носить юбки. С платьями хуже, потому что, ну, как-то вот, не знаю, что-то не очень комфортно мне в платьях, особенно зимой или осенью. Летом еще может быть, и вот таким платьем я пополнила летний гардероб. Это платье-рубашка. Самое, наверное, простое, что можно найти, такого простого лаконичного кроя. Черное, да, черное. Может быть, в нем будет очень жарко в какую-то солнечную суперпогоду. Ну, у нас такое лето, что, знаете, черное окей. Я покупала его на La Mode. Эта фирма называется Оба, по-моему. Оба или Офа? Оба. Такие платья никогда не выйдут из моды, они будут всегда актуальны. Вот, собственно. Теперь у меня два платья в летнем гардеробе. Ура! Дальше, что бы я рекомендовала еще посмотреть на распродажах, это вот такие простые брюки, легкие. Они что-то такое, вискоза с полиэстером, такой легкий струящийся материал, очень приятный. Сейчас таких брюк очень много в магазинах на резинке. Они такие самые простые, но они мега удобные, если куда-то ехать, лететь, я не знаю, просто гулять. Они здорово сочетаются с футболками, рубашками. В общем, супер, отличная вещь, которая должна быть в каждом гардеробе, такая расслабленная, и в то же время смотрится актуально и стильно. Я, в общем, думаю, еще светлые такие брюки посмотреть. Если будут на распродаже, я обязательно такие схвачу. Вот, они и так стоят, кстати, недорого, но по распродаже приятнее же, правда? Вот, тем более, если ты покупаешь уже вторые, да? Сделайте распродажу, пожалуйста, вот тоже на такие базовые, но классные летние брючки. Хотелось бы. Дальше. Буквально недавно тоже купила вот такой топ, или это футболка, как правильно. Что тут пишет у нас производитель? Что это? Футболка женская, футболка. Сейчас очень актуален вот такой цвет, оливковый или светлый хаки, как вам больше нравится. Он, кстати, очень хорошо сочетается вот с этим цветом, как вы видите, да? Отлично подходит. Собственно, я его и взяла, чтобы носить с этим жакетом. Ну и вообще, этот цвет такой очень спокойный, умиротворяющий. Будет актуален, я думаю, всегда. Просто сейчас он популярен, и я решила разбавить гардероб вот таким популярным цветом. Почему нет? На распродажах, кстати, тоже обращаю внимание всегда на какие-то
топы, футболки, без ярких каких-то принтов, потертостей, дырок, ну такие, знаете, базовые вещи. На базовые вещи редко устраивают распродажи, но бывает, можно что-то найти. Вот сейчас, если бы я пошла, я бы обратила внимание на футболки, какие-то топы на лямочках, что-то вот такое, что можно всегда носить вне зависимости от каких-то тенденций. Продолжение темы топов, футболок. Вот такие маечки сейчас тоже очень актуальны. Они есть у многих брендов, поэтому тоже обратите внимание. Они всегда будут актуальны, популярны. Если вдруг на них будет скидка, то очень хорошо. Я тоже хочу еще добавить черный цвет и, может быть, какой-то бежевый. Вот. Приятно такие вещи покупать тоже со скидкой, потому что, ну, они на все времена. Ну и последняя новинка в моем летнем гардеробе – это вот такая штучка, такой топ, блузочка на лямочках. Покупала тоже в Зарине. Он немножко выбивается из общей такой, знаете, из общего стиля. Но вот этот топ, он более такой романтичный, с рюшами, такой розово-зеленый. Ну, почему бы и нет? Мне в нем нравится то, что я могу его носить без белья на очень жаркую погоду. Это просто самый лучший вариант с шортами. Я на отдыхе его носила, мне было очень комфортно. Поэтому даже если я придерживаюсь какой-то стилистики в гардеробе, иногда разбавить чем-нибудь таким воздушным, женственным, с рюшами, почему бы и нет. Ну что ж, из вещей на сегодняшний день это все, все мои новинки. Я так очень скрупулезно подбираю одежду в свой гардероб. Как вы знаете, я формирую его практически с нуля, с прошлого года. И поэтому к покупкам вещей отношусь так серьезно, знаете, долго выбираю. Хочу, чтобы они у меня сочетались со всем тем, что уже есть в гардеробе. Идем к аксессуарам. Аксессуаров не так уж и много. Вот эту сумку я себе приобрела в начале лета и очень ею довольна. Уже много раз давала на нее ссылки везде. И, по-моему, ее уже нет в наличии там, где я покупала. Но я видела похожие сумки в Зарине, например. И, в принципе, вот такие сумки, корзинки, это не на один сезон совершенно точно. Поэтому, если на них будут скидки, смотрите, какая вам нравится больше, приобретайте. Потому что и в следующем сезоне они вообще периодически прям вот супер-мега актуальны. Потом, может быть, тренд немножко утихает, но они все равно в моде и всегда смотрятся симпатично в летних образах, так очень легко, воздушно, как-то по-отпускному, что ли. Поэтому обратите внимание вот на такие корзинки. Очень много, кстати, в манго различных вариантов сумок плетеных. Можно тоже заглянуть. Ну и осталась у нас обувь. Вот тапки, из которых я не вылезаю, уже показывала тоже много раз. Это обувь немецких пенсионеров, да, изначально они были Birkenstock'и. Модель выпустила бренд Birkenstock'и, но сейчас очень много брендов выпускают подобную обувь. Она есть вообще в разных цветах, я уже даже видела резиновые. Каких только нет вариантов, поэтому если вдруг такую обувь вы увидите на распродаже, тоже обратите внимание, потому что они на века будут всегда актуальны, уже много лет они актуальны, а сейчас все больше и больше набирают обороты. Хочу такие черные, вот, тоже буду смотреть, может быть, удастся их увидеть где-то по скидке в хорошем качестве, но чаще всего, конечно, на них скидки не делают, потому что это вот абсолютная база, да, их и так покупают, собственно. Вот эти туфельки я купила тоже в начале лета, это такие Мэри Джейн с такими замочками, перемычками. Покупала на Wildberries, это даже не кожаная обувь, такая очень бюджетная. Ну, слушайте, они очень удобные, я их ношу с удовольствием. Не могу сказать, что это моя любимая пара, прямо я их часто ношу, но в принципе они меня нигде не натирают, мягкие тапочки под какой-то образ, я их с удовольствием ношу. В принципе, чтобы побаловаться, разнообразить гардероб, почему бы и нет?
Еще я купила вот такие топатули бархатные, да, в цвете леопард. Ну, вот, знаете, увидела и влюбилась. Это из разряда импульсная покупка, импульсивная покупка. Ну, вот очень понравились, но я не знаю, покупала на Wildberries. Они ко мне ехали прям из Китая. Через таможню. Я прям представляю, как они плыли на корабле там сквозь волны и ветер ко мне. И я молила, чтобы мне подошел размер, потому что у меня 40-й размер ноги. Я заказала в размере 41, они на размер меньше идут, или в 40, я уж не помню, честно говоря, надо посмотреть. Но смысл в том, что я молила, чтобы они мне подошли, чтобы они потом обратно не плыли через, знаете, моря, океаны. Вот, шли они ко мне, наверное, недели две, по-моему, что по меркам Wildberries для меня достаточно долго, потому что у нас обычно заказ приходит, ну, через день, через два, вот так вот. Они мне подошли, они мне как раз, ну, можно было бы прям вот на пол размерчика побольше, но смысл в том, что я их еще ни разу никуда не выгуливала, потому что я что-то никак не могу, вот, не знаю, что-то подобрать образ, чтобы их комфортно мне было надеть. Надо это дело исправлять, надо их надевать, пока сухо. Ну, кстати, сухо у нас не так уж и давно, до этого лили дожди просто как из ведра. Короче говоря, да. Надо их выгуливать, наблюдайте следующие мои рилсы и видео, буду стараться их применять, потому что они стоят такие красивые и, в общем-то, не гуляют, да? Мы хотим гулять! Я не сошла с ума, все в порядке, просто все, уже язык заплетается. Короче, да, вот такие штучки. Кстати, все ссылки на то, что я найду из моих вещей, вот то, что вы здесь увидите, я оставлю под видео, поэтому вы заглядывайте, если что-то понравилось, может быть, есть еще... Все, договариваюсь. Есть еще шанс это купить. Но еще вот эти вот топатули я тоже покупала на это лето, тоже уже не один раз вам их показывала, но они классные, удобные, они как раз кожаные, очень широкие, свободные, немножко они мне натерли вот здесь вот, чуть-чуть прям, я не знаю почему, вот одна нога чуть-чуть натерла, но в принципе очень мягкие, комфортные и базовые, да, на плоской подошве, то, что всегда будет актуально, да, буду носить их вечно. Ну что, все вам показала, рассказала, друзья мои. Если есть какие-то вопросы, вы всегда их задавайте в комментариях, я всегда на все отвечаю, все вижу, что вы мне пишете. Хочу сейчас сказать огромное спасибо за слова поддержки, за добрые слова, мне очень приятно. С удовольствием с вами общаюсь, так что не стесняйтесь, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, здесь помимо вот таких тематических видео выходят также влоги, там разная тематика, недельные влоги, что-то вам интересное, веселое рассказываю, поэтому приглашаю вас, пожалуйста, присоединяйтесь к нашей дружной компании, также я есть в Telegram, и в запрещенной сети я есть, и если вам удобно смотреть видео, например, на Яндекс.Дзен, я там тоже есть. Все ссылочки найдете в описании к этому видео. И спасибо за просмотр, увидимся с вами уже очень скоро в новых видео. Всех целую, всем пока!